Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и сегодня я побуду батей, но батей-осьминогом в игре под названием Octodad. Ну а если вам понравится этот видос или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. Ну а еще, забавно, но эту игру разрабатывали те же люди, что и Bugsnax. Ну поэтому мне захотелось прикоснуться к ней. Не смог я пройти мимо, не смог. Хотя игра уже не такая уж и новая. Итак, женушка, ты моя женушка будешь, да? С тобой мы наделаем детей. Он просто опаздывает, он всегда опаздывает. И я буду батей. Но что же могло его задержать? Уважаемый жених, свадьба начинается, вы готовы? Да, смотри, какой я красавчик. Вы даже не одеты. Приведите себя в порядок, она же вас ждет. Да ладно, подожди, подожди. Мне не так уж удобно приводить себя в порядок. Смотри, я кое-как шевелю своими конечностями. Так, перемещайте мышь для управления рукой Асмин Папы. Не, я буду называть его просто батей. Ну давайте все попытаемся убрать. Это мы тоже убираем, эти подушки. Эй, не сюда, подушки нам не нужны. Эта подушка нам ни к чему. А это тоже не потребуется. Ключ, взять ключ. Удерживайте правую кнопку и перемещайте мышь. Ага, я понял. Так, теперь вперед. Блин, управление, конечно, довольно непривычное, довольно неудобное, блин. Так, ну я все сделал, откройте шкафчик теперь. Давай, ой. Не обязательно было все выламывать. Ну ладно, это сработало. Нажмите среднюю кнопку мыши, ага, чтобы переключиться в режим ходьбы. О-о-о-о. И как мне передвигать ногой? Стой, а как передвигать ногой? Мне ее не в ту сторону надо, это туда, вот так. Во, я научился ходить, друзья. Я теперь там все способен, ведь я могу ходить. Так, теперь надо дверь открыть. В какую сторону? Отлично. Все, да подожди, все, входим. Батя, входим, что ты все хватаешь? Мы входим. Входим без стука. Батя так и должен входить. Да отпусти ты этот стул. Подожди, а зачем ты держишь стул? Отпусти его, нафиг, он нам не нужен. Так, пойдем к торту. Я не знаю, правда, зачем. Найдите и наденьте фраг. Стой, подожди, я тут немного все сломал. Я не сорвал ведь свадьбу, да? Я ведь не сорвал. Что за кнопка? Хочу нажимать на кнопку. Дискотека. Не, она нам будет только мешаться сейчас, потому что я не смогу дойти. Где фраг? Зачем от меня спрятали фраг? Почему мы... Чего у меня ноги запутались? Я же их вроде вперед тащил. Они почему-то как-то странно раскачиваются. Так, тортик. Свадебный тортик, я хочу его попробовать. Кстати, я липну ко всему даже ногами. Очень удобно. Так, что, торт можно съесть? Ешь торт! Давай ешь торт! Не хочешь, ладно. Может быть, фраг тут? О, смотрите, галстук. Ага, 2 из 3. Отлично. Я бы одел розовый, он красивый. Так, ну я думаю, что нам вот в эту комнату. Дрессинг-рум. Давай, комната переодевания. В какую сторону? Вот он, фраг, да? Почему у тебя такие короткие, блин, эти? У меня не хватает размеров стола, чтобы двигать мышкой по нему и чтобы все открывать. Так, мы дошли, давай. Странно, он тащит ногу вперед, а потом она автоматически тащится назад. И надо вовремя отпустить, иначе ничего не получится. Но, теперь я модно выгляжу. Красавец, ну просто идеальный мужчина. Теперь надо бы отсюда как-то выбраться. Давай, растягивай свои ноги. И пошли в эту комнату. Женушка, я уже иду. Просто потерпи немного, я только научусь открывать... Не нужен мне стул, я сказал. Я только научусь открывать двери, и мы обязательно поженимся. Так, вот так. А чё, подожди, я ж... Смотри, твоя лапа находится здесь. Откройте дверь в зал. Подожди, а где ключ? Нам нужен ключ? А где взять ключ? Стоп, а где ключ? Может быть, в той же комнате? А, вот и правда ключ здесь. А чё я его не взял? Давай. Так, пошли. А я-то думаю, что я не могу схватиться, что дверь не открывается. Давай, батяня. Хотя ты еще не батяня, ты всего лишь жених. Ты скоро станешь батяней. Но для этого ты должен пожениться и открыть дверь, научиться. Давай. О, хе-хе-хе-хе. Вы думали, я не справлюсь? А я ведь иду. Я иду, берегитесь. Ой, бананы. Это какая-то ловушка. Кто-то хочет помешать нашей свадьбе, расстроить ее. Я не позволю, я буду избегать всех бананов в этом мире. Жена! Это Ктулху! А почему Ктулху забрал? Может быть, и я и сам своего рода Ктулху, древний бог. Так, отпустите предмет, двигая рукой, чтобы швырнуть его.
Это будет сложно, но я попробую. И, похоже, придется швыряться подарками. Так. Ну да, получилось. Хе-хе-хе, даже с первого раза. Ну, одевай ее. Ну и чё? Одевай бабочку. Наденьте галстук-бабочку. Подожди, я же себя не вижу даже. О! Хе-хе-хе! Красавец. Так, надо теперь... А как камеру поворачивать? Ага, камера не поворачивается толком. Не, ну точнее, она поворачивается, но только сама. Удерживайте правую кнопку мыши и перемещайте мышь или используйте колесико, чтобы поднять и опустить руку. Так я умею уже. Подожди, мне надо просто сделать вот так и вот так. А? Могу, когда захочу. Но почему? Во-первых, нет людей, которые придут на свадьбу. Во-вторых, почему здесь так много помещений? Почему мне не дают просто пожениться? Вот так. Подожди. Хватай и вот так. Все, можно идти, да? Зачем ставить подарки прямо на входе? О, двери сами открываются. Ура! Шляпа, шляпа. Мне нужно... Шляпа, хватай ее. Только не кидай. Только не кидай. Просто хватай. Стой, остановись. Я дотянусь. Давай, да нафиг это мне не нужно. Шляпу дай мою. Я почти дотянул. Ладно, я пока не дотягиваюсь. А теперь. Во! И одеваем на голову ее. Во! Все, шикарно. Ну шо? Я тут. Я уж думал, он совсем не придет. Вы чё? Я тут немного все сломаю. За вашу... Рыбов! Я хочу рыбова. Нафиг жена, когда есть рыбов. Стой, иди сюда. Или подарить ее жене. Сколько же лака для волос он на себя вылил. Подожди, у меня есть рыбов. Я подарю его жене вместо кольца. А вообще я хотел бы... А людей брать нельзя, да? И кидать. Стой. А я не могу вцепиться ему в голову, а жаль. Ладно, придется идти на этот. Как оно называется? Эта штука. Где женятся? Я не знаю, я не женился, я не знаю. Подвести под лазарет, или как там говорится? Ну, лазарет, конечно, больничка. Так, ну все, добудьте кольца. Да нафиг надо. А где искать кольца-то? Жесть, я еще и кольца должен искать. Почему все, блин, должен делать мужик-осьминог? Я не понимаю, а жена что должна делать? Просто стоять? Смотреть, как мучается ее муж? Жена-то недостойна такого мужа. Ты понимаешь же это? Посмотри. Я вообще не понимаю даже, где я нахожусь до конца. Меня заставили выйти, пожениться на ней. Да, выкинь это. Вижу первое кольцо, давай. Надо опустить руку. Теперь ее вперед. Во! Отдайте кольцо. Зачем ты ее отпустил? Зачем отпустил кольцо? Во. Все, отдайте кольцо Скарлетт. На уже свое кольцо. На. Жесть, блин. Свадьба это слишком тяжело, слишком сложно. Ну что, ты довольна? Где мои детишки? Блин. Ну усы классные. И мозг большой, смотрите, в мешочке. Young horses. Ей! Я не знаю, куда я лечу, но похоже, куда-то падаю. Эй! Интересно, осьминог разобьется, если упадет с большой высоты. Он хоть и мягкий, но все равно разобьется. Осьминог вертолет! Давай, прямо прямой наводкой, прямо в буквы. Давай, хорошо. Ладно, а титры можно пропустить, а? Я просто хочу уже поиграть. Честно говоря. Уже хочется поиграть. Пожалуйста, дайте мне сделать детишек. Я ж не просто так называюсь октодядей. Дедом, октобатей. Октодед. Дедлайст коч. Кэтч. Ну что, жена, если я не увижу детей, я выгоню тебя из дома. Так и знай. Ну, прозвенел будильник. Похоже, мне нужно отправляться на работу. Нет, отправляйтесь на кухню. Прям на ходу сплю. Так, а где кухня? Стоп, да гребаный будильник, не звони. Нафиг, нафиг будильник. Так, и вперед руку. Во, все. Выключил. Так, куда? Где кухня? Для начала надо понять вообще, где кухня. Почему дверь открывается на себя, а не от себя? Это было бы удобнее. А не.
Гляди, папа проснулся. О, ща я буду вас воспитывать, детишки. Ща я буду вас воспитывать. Стой. Стой. На, рисуй карандашом. На, рисуй. Ой, я случайно по затылку тебе дал. Ты рисовать будешь, нет? Давай рисуй. Я кому карандаши покупал? Работал, тратил зарплату, чтобы они просто тут лежали. А ты что смотришь, э? Ладно, получи тогда стулом. Так, ты что смотришь? Иди-ка сюда, маленький. Маленький, маленький. Они плюются в меня? А что это за штука такая? Какие-то чернила или что-то типа того? Что они дают? Давайте по максимуму заполним полоску, посмотрим, что они дают. Оу. Давай. А, нельзя, тогда проиграешь. Ага, это что-то типа полоски, не знаю чего, проигрыша, ненависти, гнева, что-нибудь такое, да? Ладно, отключаем будильник, постараюсь никого не обижать. Но это странно, что мне запрещают воспитывать моих же детей. Вам не кажется, это очень странно? Чё ты отцепился? Я для чего их вообще делал? Зачем я женился? Гляди, папа проснулся, а ну пошли вон. Я из-за вас проиграю, вы мне больше не дети, я ухожу от вас. Папа, откуда берутся радуги? От стула и карандашей. Иди, сама с ними поиграйся, а то я буду играться с тобой. Доброе утро, жена. Более длинный объясняющий булик. Здорово. А откуда берутся дети? Длинная серия объясняющих буликов. Ну ты просто женишься, потом просыпаешься утром, и дети уже достают тебя. Так они и появляются, очевидно, из воздуха. И ты думаешь, я в это поверю? Так, сварите кофе. То-то я смотрю, сижу. Так, как варится кофе? Давайте начнем с малого. Нам нужно кофе, да? Так, где кофе? Подожди. Я вижу кофеварку. А вот и кофе. Для начала поднимем руку. Возьмем кофе. Насыпем его в кофеварку. Она насыпается, нет? Как насыпать кофе в кофеварку? Погоди, давайте его пока оставим. Ее бы открыть как-нибудь. А как второй рукой шевелить? Я ж не умею второй рукой шевелить. Подожди, может ее надо сначала поставить сюда? Во, поставил. А, кофе насыпается сверху, я понял, смотри. Во. Так, теперь нажимаем кнопку. Поехали. Да уж, довольно медленно оно варится. Она уедет в командировку через 2 недели. Хорошо. Пока кофе варится, принесешь Стейси молока? Я скоро вырасту до 30 метров. Так, дочурка, молоко хочешь, да? Я должна пролить свет на коррупцию в рыболовной отрасли. И я знаю корабль, на который могу пробраться. Это меня никогда не останавливало. Очарованный, ценящий бульк. Так, давайте откроем холодильник. Подожди. О, да, я не умею открывать дверь. Подойди ближе. Почему у тебя такие короткие конечности, блин? Это молоко, это выглядит как сок. Это же сок, а не молоко. А написано «Милк». Я брала у него интервью, у мэра, и его просто разорвало. То есть в переносном смысле. Очень интересно. Я пошел, короче, поить дочурку свою. Пап, подаришь мне единорога? Нет. Я подарю тебе бутылку с молоком. Это лучше, чем единорог. Когда-нибудь ты согласишься. Дай подойду к тебе для начала. А ты сама не можешь подойти к отцу. Отец, у тебя что, блин, это недостаточно работает? Недостаточно ходит, чтобы ты не могла к нему подойти? Блин, нафиг такие дочери вообще нужны? Только издеваются над батей несчастным. Твой кофе готов, милые. Ага. А принести мне его не хочешь? Сел бы тут просто так и все. Посмотрите, какое у меня уставшее лицо, блин. Ладно, зато мне хотя бы убираться в доме не приходится. Это уже радует. Пускай этим занимаются другие люди. Давай сюда кофе. В моей печатной машинке что-то есть. Так, я не успеваю читать, что ты там говоришь. Дай кофе сюда. Я сделала тебе кофе, как ты любишь. С морской солью и соусом тартар. Помнишь Шерри из книжного клуба? Недавно я застала ее за поеданием. И никто не поженился. Вообще-то кофе я сам себе сделал. А теперь помой.
Ладно. Я сам же себе кофе делал, она мне не делала его. Жесть. Ну как, подкрепился? Можешь мне помочь на заднем дворе, пока я работаю? Надо подстричь газон, пополоть сорняки и приготовить гамбургеры на обед. Вы можете посмотреть задачи, нажав на Escape. Окей. Пап, мам сказала, что можем поселить на заднем... Да я не успеваю читать, она будет есть траву и работать пушистой газонокосилкой. Они что, пони хотят купить? Да, нам нужен боевой конь, чтобы защищать семью. А, вот в каком смысле. Буль-буль. Так, надо приготовить. Подожди, а чё я ходить не могу? Вот, теперь могу. У меня нога просто застряла. Пап, из чего делают гамбургеры? Из мяса. А знаешь, из чего ты состоишь? Из мяса. Так что не задавай больше глупых вопросов. Оно жарится, я надеюсь. Надо его положить. Да положи его. Положи его вот. Не на ребро, а вот так, все. Пожарилось, я надеюсь. Поднимай. Гамбургер готов, на. Блин, я ударил ее случайно гамбургером. Ладно, не страшно. Ничего, не сломается, переживет. Как же тяжело положить котлету, а? Но вроде бы жарится. О, а можно в городе будет принцесса-чародейка? Леди Стейси защитит город. Не до конца пожарился он. Хотя ладно, это медиум рейры, пускай будет. Так, и еще один. Одну котлету. А их еще подать нужно будет? А, какой день чудесный. Птички поют, солнышко светит. Батя жарит гамбургеры, червячки извиваются. Да, даже червячки сегодня радуются. Я думаю, достаточно. Так, ну что, можешь, ты не будешь стоять тут и мешаться мне? Так, надо положить перед гамбургер сюда. Аккуратно. Это ювелирная работа. Первый положен. Так, аккуратно. А! Жарюсь, жарюсь, жарюсь. Никто не хочет жареного осьминога сегодня. Вот так. Я бегу, доча. Будешь? Есть, гамбургер, на. На, бери, сама возьми в руки его. Во. Но как же они все, блин, любят поболтать. Это просто нечто. Конечно. Не ту ногу. Ногу использую. Почему ее постоянно? Ты сначала ставишь ее вперед, а потом она назад откатывается порой. Это странно, не знаю почему. О, сейчас вроде бы нормально. Так. На. Во! Батя может! Займитесь прополкой сада. Вкус должен быть просто волшебный. А ничего, что гамбургер больше, чем ты в два раза? Тебе как это, нормально? Нигде не слипнется, нет? Ты не взорвешься? Хотя я не знаю. Это было бы странно, конечно, но забавно. Так, займитесь прополкой сада. Для этого нужна газонокосилка, наверное, или что-то в этом духе. А, прикольно. Мне нравится новая горка, пап. Где газонокосилка? Подожди. Давайте дров сперва нарубим, короче. Мне кажется, это будет проще. Бери топор. Готово. А почему я второй рукой не могу шевелить? Как второй рукой двигать? У меня только одна рука, этого мало. Кстати, дрова проще рубить, чем котлеты жарить. Как оказалось. На! Ой. Это не то. Бери топор. Давай. Вот так. Батя! Так, стоп, еще одно бревно осталось. Аккуратно берем его и ставим. И пэм, пэм. Все мимо, да? Вот так, yes! Так, займитесь прополкой сада. Подожди, газонокосилка здесь не подойдет. Мне его нужно вскопать. И это, видимо, какие-то цветы. А как мне его вскапывать? Я ж не умею. А как? Вот как? Ну ладно, пошлите туда. Вот сад. Нет, мои цветы. А как прополкой-то заняться? Может быть, в этом сарае что-то есть? А ну-ка, открывай. Нет, там мечи. А вон, смотрите, то, что нужно. Я нашел. Классно. Вот эта штука мне нужна. Нафиг мяч. Пожалуйста, батя, возьми. Да нафиг мне эти мечи, кто их купил здесь? Придурочные мечи, нафиг их все. Выкину все мечи. Дверь, а что дверь закрывается?
Почему не могли поставить нормальную дверь? Почему она закрывается? Почему я не могу взять эту штуку? Во! О, подстригите лужайку. Ну, наконец-то. Все, я пошел стричь лужайку. Да, это будет, конечно, сложновато, но я справлюсь. А как прополкой сада заниматься? Я не знаю, там просто цветы и гномик. И как я... Что я должен сделать? Прополкой сада. Я не умею. Не умею я. Чего вы от меня хотите, блин? Зачем я женился? На свою голову. Ну ты идти будешь, нет? Семья тебя не уважает, сидит бутерброды жрет. А ты, блин, работаешь в это время. Никакого уважения к бате. Прополкой сада заняться, а как? Я ж не знаю. Откуда мне знать? Вот откуда я должен знать, как заниматься прополкой сада? Меня ж не научили, я осьминог. У меня даже мозга нет, по сути-то. У меня одна нервная система, а вы от меня что-то требуете. Жесть, блин. Ну все, я что, не подстриг? Где еще трава? А вон еще кусок остался. О-о-о, как же тяжело жить! Как же тяжело жить! А, пожалуйста, спасите меня из этого дома. Меня здесь держат в рабстве. Меня держат в рабстве. Давай, как это туда подсунуть-то? Как эту газонокосилку-то дурацкую? Давай! Yes! Теперь в обратную сторону. Давай. Давай, стой. Так, прополкой сада. Так, а как? А где инструмент? Как я должен это сделать? Я ж понятия не имею. А, надо вырвать сорняки. Я понял. Я понял. Все, теперь понятно. А то прополка сада. Написали бы, вырвите сорняки. Или это редька какая-то. Издевательство, блин. Гномика тоже выкину. Здесь не рады гномикам. Вот так. Еще раз вижу гномика в доме. Выгоню вас тоже. Так. Последний сорняк. Ура! Справились. О, нет, надеюсь, яиц там не было. Что там такое? Скворечник упал. Я повешу. Птичек надо уважать. Птички хорошие. Птички, по крайней мере, не заставляют меня работать. Ну, по крайней мере, косвенно. Ой, напрямую. А вот косвенно заставляют. Так. А куда вешать-то? Да вроде не сложно. Теперь тебе не уйти, осьминог! Эй, за что? За что? И так меня тут мучают! Остановите повара! Я тебя скошу! А как? Что я должен сделать? Я думаю, надо гномика туда закинуть. Давай! Yes! Второго гномика! Давай! Давай! Yes! А, второй гном! Жесть, чел. За что? Дорогой, что там происходит? Я не специально. Зачем? Зачем? Успокаивающий бульдог со сдерживанием эмоций. Или что там было? Ну ладно, у меня есть сюрприз для всей семьи. Бесплатная поездка в океанариум. Я знаю, что ты считаешь океанариумы грязными штуками, но мне нужно написать статью в газету. Ты можешь один раз сделать исключение? Ради меня. Продукты? Нам нужно съездить за продуктами. Нам нужны хлопья на завтрак. Для детей. Правильно, дети? Но у нас уже есть хлопья. Нам нужно много хлопьев. Значит, решено. Мы все едем в магазин. А может быть, меня обманули и на самом деле завезут в океанариум? А они хотят меня там оставить. Они меня сначала эксплуатировали как раба, заставляли работать, а теперь они меня просто оставляют где-то, потому что я больше не хочу работать на них. Найдите замороженную пиццу, ладно. Надеюсь, люди не будут удивляться тому, у кого видят. Я тут. Гервасон совершает революции в концепции магазинов. Здесь все автоматизировано и управляется дистанционно. Круто, круто. Но на этом, друзья, мы с вами, пожалуй, пока остановимся. Надеюсь, видосик вам понравился. Большое спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч, удачи, пока. Счастья вам. Покедова.